это моя страна. Понимаете? Говорите на ее языке. Понятно? Понимаете? И не учите нас говорить на другом языке. А я вам не говорю, я вас не учила. Я вас просто попросила говорить на русском языке. Успокойтесь. У меня сейчас, вы что, не слышали? Он поднял национальный вопрос. Он мне сказал, чтобы я убиралась в свою Россию. Успокойтесь. Он такого не говорит. Вы сказали, я в своей стране. А я сказала, я тоже в своей стране. Раз живешь, говоришь на узбекском языке. Во-первых, на вы. Он мне сказал, чтобы я убиралась в Россию с вами. А это вообще в посольство России надо обратиться. Не надо, не надо, не надо. Мы сейчас ущемление прав подадим. Нет. Зачем вы так говорите? Оппозиционер случай.